can hear me. But I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. Изоляция. Ну что ж, как бы это сказать, поглощаемся в сюжет игры, погружаемся, точнее, полностью в игру, проходим ее, как будто смотрим фильм. Почувствуй себя героем, пройди чужие изоляции. Так, ну играя ночью. Буду говорить чуть потише. Вот, игру я вроде настроил чуть погромче. Сижу, как полагается, в наушниках. Сейчас посмотрим, что нас ждет. Вот у нас, походу, встреча. Встреча с чужим. Так. Давай прячемся. Так, опять он бегает где-то. Идем к нему. Блять, его страшно, пиздец. Сука. Ой, блядь, ебать, ебать. Так, все, я так и думал, что это не шутки. Фу-фу-фу-фу-фу, закройте программу. Аж игра слетела, нифига себе. Это будет жестко, сука. Страшно, пиздец. А чё игра вылетает, непонятно. Надо было лицензию качать. Чувствую, придется через заново проходить. Да, неожиданно там бьющий чугал. Я не успел в него
напрятаться. Как же это, блядь, было страшно. Выход к центру связи Sixon Telecom, службе техподдержки и лаборатории в Gemini Exoplanet Solutions. Давай к чуваку подойдем. Так. Вылетело. Ну что ж, вынуждены будем закончить.